Я, ты, он, она. Вместе дружная семья. По такому принципу живут ученики в школе-интернате «Арктика» для детей коренных малочисленных народов Севера. Сюда, в школу и в город Нерингри дети приезжают из отдаленных, в основном арктических районов нашей республики и из других регионов, где живут северные народы. Дети впервые отрываются от родных мест, от родителей и сразу же окунаются в совершенно иную атмосферу. Конечно же, они скучают по своим родным и близким. И вот тут им и нужна хорошая поддержка, чтобы адаптироваться в новой жизни, в новых условиях. И такую поддержку им дает общинная форма самоуправления, которая разработана именно в этой школе. Все дети разделяются на общины по 30-32 человека, каждая из которых проживает на своем этаже пятиэтажного интерната. У каждой общины есть свой воспитатель, который вместе с избранными главами общин организовывает благоприятные условия для обучения и проживания детей вдали от родного дома. В школе «Арктика» 4 общины, с которыми мы вас и познакомим. Итак, первая община – «Гиркил», что в переводе с ивенкийского означает «друзья». Вас приветствует община «Гиркил». И наш девиз – бороться, искать, найти и не сдаваться. Я учусь уже второй год. Мне раньше не доводилось встречать школу Арктики. Мне учителя подсказали мне, точнее рассказали. Мне потом, когда я почитал про нее, узнал, и мне захотелось сюда приехать. Я приехал, и мне здесь очень понравилось. С тех пор мне эта школа стала как второй дом. Здесь все уже породнились, все уже знакомы, все знакомо. Эта школа мне нравится больше всего своим стилем. Вот. То, что он все в таком традиционном стиле. Вот. Преподаватели здесь очень хорошие, очень хорошо обучают. Также здесь очень хороший коллектив. Все такие добрые, дружелюбные, все разговорчивые такие, всегда готовы помочь. Этим мне школа Арктики понравилась. Моя мама – учительница начальных классов. Совсем недавно она получила высшую категорию. А отец, он был охотником и рыбаком, работал охотником и рыбаком, но как только пришла повестка, он ушел добровольцем и вернулся. И во время службы он получил звание командира. Я очень горжусь. И я хочу передать привет отцу. Привет. Би горбу Марина. Би уюз акласту хупуттэм. Би Верхнеколымская район Дук Эмриф. Би хадидэп Аяврам. Я сюда попала с 8 класса, с прошлого года я здесь учусь. Сейчас я в 9 классе. Школа Арктики, что здесь общение кругом. Мне нравится родной язык. Я его с прошлого года изучаю. Я много чего поняла уже. Когда я окончу школу Арктика, я хочу поступить в Институт культуры в музыкальное отделение. Я очень люблю петь. И хочу исполнить для вас песню «Огикат». И «Балдыча турумун, инвини и итли, аятли и чукатли, аятли долчили, огикат, огикат, огикатка». Интеки и кели, и кетли. Балтыча турумун, инвини и итли. Аятли и чукатли, аятли долчили. Охикат, охикат.
Кинтеки икетли. В интернате дети живут в уютных комнатах, и мы побывали в гостях у двух подружек, которые с удовольствием показали нам свои поделки и рассказали о себе. Бихи подруга обтунан муаматтан живут, бихи икен дисака живут, бирга скола кирюппит, крэддах петиттен эвентылын вертовит. Бихи яха дисапуттан вертеллер, дисапутата осикаттен звезда на венском. Олнанар дисака эвенни вертачилер. Он бирис в бир класс кюэнэвдиккен. Эвенни тохлар, хохан. Тос-тос, мостали, тобанакан хэджели, тин-тин, музыка, тинкаливар, долчилри. Тос-тос, мостали, тобанакан хэджели, тин-тин, музыка, тинкаливар, долчилри. Мен сколом битерым бран герсынгы барарынан, Санкт-Петербург, культура туын юэрді, культураға. Бұл бойығы бәйім ауыр бұтым. Бұл күз бойыға мұнна холодный цвета холбоғалар. Бұл күллер светтіра қарғар. Мен үлім бұл тек бітім. Оныс класс бар артика әкелім бірін бастыңа. Күз төбәті ер кетер. Онына бұл манютығар кетер. Мен бұл өмінер тал бұтым сырдықтары. Бұл жолтый, оранжуый, күгілейін. Бұл жолтый өн күні қайыр. Мен атым күнлейден, оны күнден тылыптан қаяудым. Мені күн күрдік, мені өмін тылбытым. Бұл мамаға өнін әйтжан әсколауды ұрып, бұл өнін өзі істенер әтебет, бұл өнін өртетілер, ұчыталар бұл деген. Тоадетті қабарларға бар болықтақ, мені национальный украшение. Бұл әбәнлер біт, оны бұртын өнік тегеқтақ, бәбі де барды бар болықтақ. Бастыңа мүнің кетер, оны бойы сен. Бұл арасы оны түгі теге әтебет, мені ұтырғайын, национальный браслет ең теге әтебет, оны өртәтшілер бейдіне ұчыталар бұд. Жиі мұны үйріні әлжуда Светсова Иванна, оны мұны үйріні келеқіні де қаяуды рекомендация лауыда, оны жиі байы школа, оғылыр жиі байылар енген, онтын мен подруга оныңыр бұдым, оны кене келбеді бұдым. Мен глава апшиыны керкел болуын, оғылыр бәлір талалар. Керкел оғылыра кем глава болыр енген талалар, оғылыны күз. Воспитатель Копенгаген, оттен правая рука воспитателя Девы Курдук. От приглашения мальчиков мы тоже не отказались. Меня зовут Чупров Гена, я из Жиганского Улуса, учусь в 11 классе. Глава общины Гиркил. Винокуров Владимир Александрович, приехал из Булонского Улуса, учусь в 10 классе. Меня зовут Семенов Дархан, я приехал из Жиганского Улуса, учусь в 11 классе. Ну, веселый случай. Вот, Дархан приехал в Жиганск, я там учился. На новогодние каникулы он приехал, и он рассказал мне, что есть школа Артика. Я потом подумал, потом маме сказал, то, что я хочу туда учиться, жить. А мама одобрила это, ко мне на встречу пошла, и на следующий день она позвонила, и сказали то, что надо заявление надо подать на школу, и мы скинули. Потом уже после новогодних каникул, после Нового года, вот, в январе 16-го, меня приняли в Артику. Я очень об этом обрадовался. У меня тоже тут учились друзья с детства. Они звонили, писали, мы с ними часто общались, рассказывали, как в этой школе. И после экзаменов у себя там, на родине, я решил все-таки попробовать сюда поступить. Маме сказал, друзьям рассказал, мама согласилась. Вот тогда уже эти друзья сюда уехали, выпустились. Мы потом подали также заявление, меня приняли, ты сюда и приехал. Здесь учился мой старший брат. В 2018 году он закончил эту школу. Потом училась моя сестра. Вот она в прошлом году закончила школу. И я после, когда сдал экзамены, я после 9 класса не знал, куда идти. Я не хотел оставаться у себя. И сестра моя предложила, которая здесь в прошлом году училась, она предложила, может, типа в Артику. Мама подала заявление, меня приняли, я приехал. Второй год уже учусь здесь. И я не жалею то, что... Ни чуточки не жалею то, что я сюда приехал.
В Арктике мне нравится то, что живем в одном здании. Там все друг друга знают. Ну, хорошо, что есть эти по каждым этажам общины. Вот. По семьям живем, там дежурство, и это очень хорошо и весело. Ну, вот ты до этого не знаешь, как, типа, там, мы же все равно будем студентами. Потом будем студентами, все равно будем жить на общежитии. Вот. И здесь лучше учат. Не так, чтоб туда-сюда, говорят. Ну, качественно учат здесь. И здесь хочется оставаться еще на 8 класс, я бы подумал так. Еще учит взрослой жизни, в общем. Там самостоятельно убираться, постепенно входить в взрослую жизнь. И дает надежду на будущее. Я по национальности эвенк. Mm-hmm. И я думаю то, что мы не должны считать себя эвенками, если не знаем свой родной язык. Ну, надо учить свой язык, знать, учить и придерживаться своих традиций, родных традиций. Так я со всеми подружился, начал учиться. Ну, когда учился, сначала этот молчал, просто сидел. Там потихоньку адаптировался, уже раскрылся немного и стал намного легче учиться, как первые дни. В будущем я себя вижу как успешный человек, бизнесмен. Это была община Геркил, а следующая община – Осикта. С эвенкийского языка переводится как «звезда». Добро пожаловать! Вас приветствует звездная община Осикта! Наш девиз – Умукон Умкат Тури, Умкат Умукон Тури. Один за всех и все за одного! Я Копылова Аина, приехала из Жиганского вуза из села Жиганск, ученица 11 класса и глава общины Осикта. Вот здесь висит карта нашей республики, на которой видно, что дети приезжают в нашу школу из самых дальних и холодных арктических вузов. На этой полярной звезде висят фотографии детей, которые живут и учатся в нашей общине в этом году. На стенах висят фотографии детей, главы общин разных лет, медалисты и лидеров нашей общины. Также в нашей общине на каждых дверях висят кумаланы. Там записаны заповеди, то есть и ты, эвенкийской ученой-писательницы Галины Каптуке. Они воспитывали у людей доброту, честность, уважение к старшему поколению. Хекдыгарат и ректы до оми, экел гунчаре. Би со бе бигим. Аявиювне эрувидяна амнави иргине бидякел. Ветвью самостоятельной у дерева став, сам себе хозяин, говоря, не думай. Доброе из себя наружу выпускай, а плохое подавляй. Эртаткит вэчил, что переводит наши выпускники. Данный проект стенд создан для наших выпускников, и он обновляется с каждым годом. К юбилею нашей школы наша община создает поисковую группу. В ее функции входят сбор любой информации, где они учатся, где учились, где работают, а также есть ли у них дети. Третья община Солинга. В переводе с эвенского означает «восходящая заря». Вас приветствует община Солинга! Наш девиз – «Будь лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие». Мы – главы общины Солинга. Я Черемкина Самира. Я Поротов Артур. И воспитатель нашей общины Шестакова Розалия Егоровна. Наша община представляет чукотско-юкагирскую культуру. И мы хотим вам показать наш этаж. Это наш общинный уголок. Здесь предоставлены наши хорошисты, отличники, спортсмены и активисты. Также здесь есть список глав семей и актив общины. В общине мы делимся на рода, семьи, которые названы в честь великих юкагирских и чукотских писателей. Например, Семен Николаевич Курилов, семья Куарыны. В переводе с чукотского – северный олень. Я Поротов Алексей, приехал из Амурской области, город Тында. Я по национальности эвенк. И у меня есть такой проект, как проект «Клуб мальчиков». Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя.
Спроси лучше у себя, что ты можешь сделать для нее. Величие народа не отличается от роста численности населения, а только духовными и хорошими качествами. Я сын своего народа, продолжитель своего рода, защитник Отечества. И воспитание человека закладывается с самого детства, а самым главным его источником является школа. Идеал наших предков состоялся из того, что настоящий мужчина все умел, кормил свою семью, защищал ее, работал. В нашем клубе будут также футбол, бодибилдинг, бег, потом повысится учеба, учебный сектор, и развиваться будет музыкальный салон, игра на гитаре, пение. И также будут художники. Всем, меня зовут Самаев Андриан, я ученик 10 А класса. Приехал из Нижнеколымского района, села Андрюшкино. По национальности я Эвен. Ну и сейчас я хочу рассказать вам про деловую игру, которую придумала наш воспитатель Роза Егоровна Шестакова. Эта игра была нацелена на то, чтобы пробудить интерес у наших парней к патриотизме, к своему отечеству и родине. Представлена наша деловая игра «Съезд коренных малочисленных народов Севера». Доклад по теме «Общественные организации, защищающие права КМНС». Эта игра была уже проведена, и участвовали в них представители из 17 улусов нашей огромной Якутии. Также здесь изображена эмблема нашей деловой игры, означающая символ энергии человека. А вот наши гербы, проживающие в нашей школе из 17 районов. Ну и вот наша вторая часть наших улусов. А также к этой деловой игре был придуман наш сценарий, который очень всем понравился. Меня зовут Ягловская Наташа, я ученица 10 В класса, приехала из Нижнеколымского района. В нашей общине много проектов «Шаг в будущее». Один из них – социальные сети и способ сохранения информации в моем народе. Цель работы состоится в том, чтобы использовать интернет и сохранить наши фотографии в быте. Это фотографии мамы Димы Гарулина. Тут разделывание и промывка оленьих потрохов – одно из основных дел на кухне в тундре. Это яранга в тундре. Это фотографии, которые выложила его мама. Рация – единственный вид связи в тундре. Он самый надежный друг. Как прекрасна моя тундра. Самые дорогие сердцу моменты, которые важно сохранить. Я и моя мама, как мы счастливы на просторах бескрайней тундры. Самый дорогой мой человек, пишет мама. За внимание. Я в своей работе использую такое выражение, как развитие лидерских качеств старших школьников. Цель – это активное вовлечение молодого человека в социально-экономическую, политическую жизнь нашей страны, развитие гражданского самосознания через участие в школьном самоуправлении. И в нашей общине есть проекты, в которых дети сами участвуют и предлагают свои предложения по улучшению нашей жизни в школе Арктика. Дети сами предлагают различные цели и задачи в нашей работе, и мы стараемся с ними вместе работать и развивать их лидерские качества. И, наконец, последняя, четвертая община «Геван». В переводе с эвенского и эвенкийского языков означает «солнце на восходе». Искренне рады приветствовать вас в нашей любимой школе Арктика. Мы дети общины Геван. Наш девиз. Вижу цель, верю в себя. С детства встретились с тобой, стала Арктика судьбой. Община Геван дружною семьей. Обещаю не забыть, сердце бережно хранить, целый мир сумела ты нам подарить. Среди нас 3 отличника учебы, 8 хорошистов.
любим и умеем заниматься спортом. И все мы активисты. Представляем наших глав общин. Татаганова Сандара, любимая дочка из дружной семьи из поселка Оленёк. Она активистка, ответственная и целеустремленная помощница. Павлов Никита, старший ребенок в семье, представитель поселка Угаян. Он увлекается режиссерским творчеством и также является на данный момент самым лучшим видеоредактором школы. И я, Адамова Кия, моя малая родина, поселок Усть-Мая. Нам, детям школы Арктика, есть на кого равняться и кем гордиться. История школы бережно и с гордостью хранит о памяти о наших выпускниках. А ведь в каждом поселке есть наши выпускники, которые являются лидерами своего народа. Хотим поделиться с вами значимыми моментами из увлекательной жизни нашей школы. В сентябре проводится у нас Бакалды. Что же для наших детей праздник Бакалды? Как это прежде и прижилось, благословение на новый учебный год, на хорошие оценки, на успехи в творчестве и новые знакомства, которые позже перерастают в дружбу на вечность. Ведь именно тут, выиграв в конкурсах, проектах, мы учимся отвечать за свои слова и поступки, ценить и понимать родную культуру, гордиться своими и чужими успехами, познаем радость победы и горечь поражения. Все это начинается с того, что мы учимся самостоятельности. И в конце года, когда первая зелень лиственницы дымает своим запахом, мы ставим палатки и подводим итоги года. Это и кончи. Соревнуемся в силе, в ловкости, в играх предков. С жаждой победы красуемся в прыжках через мало. Хозяюшки Арктиканского очага готовят национальные блюда, а хозяюшки – это весь интернациональный педагогический коллектив и, конечно же, девочки нашей школы. Мы с аппетитом и удовольствием приступаем к обряду немат и дарим друг другу угощения. Эти добрые праздники несут в себе дух нашей школы. Они вселяют уверенность и учат к тому, что все в этой жизни зависит от нас самих. С вами была община Ереван! Чтобы детки были всегда бодрыми и такими же здоровыми, большой вклад вносят повара школы, которые готовят вкусную, полезную и здоровую пищу. У нас 125 детей, мы кормим их каждый день. У нас пятиразовое питание. А меню у нас разработано по всем требованиям Санпина. Калорийность, витаминизация, химические элементы. Все специально для возраста, для того возраста, на который у нас дети. Раздают у нас в основном повар и помощник повара, а накрывают столы, зал накрывают у нас дежурные с каждой общины, помощники, также помощники поваров и воспитатели. Я с 15 года здесь работаю. Дети хорошие, разные дети, каждый год разные. Когда выпускной, мы с ними прощаемся, плачем, нам жалко. Ну и приходят тоже порой, восьмой класс чуть-чуть ничего не знает, а потом они адаптируются, и все хорошо. Плохо кушали, а сейчас нормально кушают? Работаю 2 года, мне очень тут понравилось, я решила тут остаться. Вкусно, сытно, аппетитно! Богиня! Вот так, дружно, весело и интересно живут и учатся дети в школе Арктика. И пусть им всегда сопутствуют те светила, которыми названы их общины.